Здравствуйте, друзья! С вами я, Алексей Страшный, в рубрике «Новинки» на Флагман ТВ. И сегодня мы поговорим о новой топовой линейке фидерных удилищ Grenham для речной ловли от торговой марки «Флагман». В разработке этих удилищ принимали участие ведущие рыболовы-спортсмены, которые тщательно тестировали прототипы весь 2016 год. И лишь спустя множество практических тестов удилища линейки были запущены в производство. Хочу обратить ваше внимание на технические характеристики удилищ. При изготовлении бланков использована инновационная технология Magnetic Airlight Carbon. Суть этой технологии заключается в воздействии на материал при изготовлении бланка сильнейшего магнитного поля. Это, в свою очередь, уплотняет волокна и делает структуру бланка невероятно прочной. Именно благодаря применению самых высококачественных материалов, а также последних технологий, удалось сделать бланки невероятно прочными, а также легкими. Отмечу, что удилища семейства Grenham обладают быстрым строем и разрабатывали специально для речной ловли. Поэтому на удилища установлены кольца повышенного диаметра от Sea Guide на высоких опорах, позволяющие использовать даже крупногабаритные катушки. Фурнитура имеет невероятно легкий вес и отлично балансирует на тонких и легких бланках. Классическая пробковая рукоять оснащена привычным катушкодержателем, который отлично дополняет концепцию речных инструментов. Семейство удилищ Grenham включает в себя 4 удилища с кастингом от 90 до 130 граммов. Удилище длиной 3,6 метра с кастингом до 100 граммов отлично подойдет для темповой ловли на реке. Эта удочка позволит контактно рыбачить, при этом ощущать все, даже самые малейшие поклевки рыбы. Принесет массу удовольствия при темповой ловле, а также справится с большим лещом. Удилище длиной 3,9 метра с кастингом до 90 грамм позволит прицельно ловить на дальних дистанциях. Посылистость этого удилища невероятна. Несмотря на тонкий бланк, оно позволит справиться даже с большим соперником. Это удилище отлично подойдет для темповой ловли на реках с небольшим течением и позволит контактно ощущать рыбалку. А вот удочка длиной 3,9 метра с кастингом до 120 граммов позволит охотиться за крупными речными лещами на сильном течении. Кроме того, тяжелые кормушки для этой удочки не проблема. Оно также с легкостью позволит форсировать вываживание на реке при большом и увесистом трофее. Ну и самым мощным представителем семейства Grenham является удилище длиной 4,2 метра с кастингом до 130 граммов. Это классическая речная удочка для дальних забросов, тяжелых кормушек и увесистых рыб. Это отличный инструмент для сложных условий, который позволит забрасывать даже самые тяжелые кормушки на запредельное расстояние и управлять даже самой бойкой рыбой. В целом, все удилища линейки Grenham обладают невероятной чувствительностью и, уверен, удивят даже самого требовательного рыболова. Семейство Grenham является особенным среди множества других речных удочек. И, несомненно, поклонники данной ловли оценят его по достоинству. Поэтому, друзья, желаю вам ощутить все те преимущества, которыми обладают эти удилища, и насладиться их работой. Следите за новинками рыболовной индустрии, а также будьте в курсе всех важных событий в рыболовном мире. С вами был Алексей Страшный. До новых встреч на Флагман ТВ.